Вы знаете, я даже и не думал, что спустя 7,5 лет мы будем делать такую фотографию. И сегодняшний выпуск про это. Сегодня классный день, потому что если сегодня по всем показателям у Настеньки будет все отлично, значит их сегодня выпишут, и после обеда мы поедем за ними. Поэтому мы сейчас готовим завтрак. Я готовлю мальчишкам завтрак. Вчера мы убрали всю квартиру, мы даже и стены мыли. Вот тут сейчас кадрик вам поставлю. Это была очень сплоченная работа нашей команды. Я прям рад, что пацаны тоже включились. И Родион говорил: Артем, Артемчик, ты же делаешь это ради нашего братика. Вот, короче, вот такой вот вчера был день, очень насыщенный, просто в полной уборке. Получилось вкуснота. А запах-то какой, персики дали вообще просто нереально. Ладно, сейчас пацаны попробуют и скажут. Но Тёмка заценил уже запах от каши. Сейчас посмотрим, как все на вкус. Ну что, пацаны, как? Очень вкусно. Вкусно? Сладко. Папка вас второй день удивляет, да? Да. Ладно, все, нам приятного аппетита, будем кушать. Вчера единственное, что забыл сделать, это засыпать шуманит во все трубы. Там все равно скапливается много историй, да, и все равно идут какие-то различные запахи. Поэтому нужно тоже сделать такую дезинфекцию. Сейчас засыпем шуманит. Вот, средство вообще улетное, все почистит. Вот, и тогда я точно буду спокоен, что квартиру мы подготовили к встрече новорожденного. Такая мощная реакция пошла, посмотрите, все выдавливает. И самое основное — это то, что нужно обязательно проветрить помещение очень хорошо, прям пока там идет реакция, потому что запах такой едкий, я прям вдохнул носом и просто обалдел. В итоге сейчас детей закрыл в комнате, пусть они там сидят, я повключал везде кондиционер, открыл окна, чтобы это все продулось, но средство вообще прям огонь. А пока я от Настеньки жду команду, едем мы сегодня за ней или не едем, монтирую для вас выпуск, уже вот выкладываю его на ютубчик. Целыми днями готовлю для вас контент. Мальчишки, короче, придумали такую тему интересную. Над диваном, получается, диван 3 секции, над каждой секцией повесить картинку с любимым героем из Marvel, и рядом будет буква. Сейчас я им распечатаю, они разукрасят и покажу, как это будет выглядеть. Наверное, надо, чтобы потом, как сказать, не нервничать, чтобы все это было. Сейчас скажу, что осталось. Я думаю, можно писать менеджеру, ну, который по договору. Я пока ходил выкидывать мусор, позвонила Настенька и говорит, вроде бы решила она выписываться сегодня. Сейчас точно скажу, а то была связь плохая. Короче, 2 часа меня выписывают. К 2 часам успеете? К 2, а сейчас сколько? Сейчас, о, 12:30 уже. Но... Она говорит, с часа можно, я такая, в час, она говорит, а не успеет, я говорю, нет, 2, хоть догадалась. Ага, так, ну сейчас тогда будем очень быстро собираться. В общем, я пацанам сказал, что мама его сейчас выписывает, сейчас поедем за мамой, на радости. Полные штаны. Так, у нас сейчас с вами непростая задача. Опа, нам нужно достать нашу переноску, короче, в темпе, вообще в таком мощном. Я начал собираться, как-то все быстро. Опа, вот такая у нас красивенькая переноска. О, красота. Так, ну что, вот то, что сделали пацаны. Короче, я вот таким картинки распечатал. Это Тёмкин любимый герой. Первая буква А в имени. Значит, это Родиона Халк, Ре и Человек-паук Мирон Артём, Родион и Мирон. Все это дело мы сейчас повесим вот на диване, как я говорил, трехсекционный диван. Как, типа, у каждого своя половинка, вот тут сейчас на стене повесим, будет красиво. Вот такая вот красота получилась. Лайкосик пацанам. Настенька прислала мне список, все, что нужно взять. Наш совместный лук, переносочка вот у нас такая вот, значит, красивая. Один памперс Настя сказала взять, вот мы такие вот экологические купили. И наборчик на выписку.
быстренько собрались с пацанами. Все вроде взяли, ничего не забыли. Парни сидят сзади. Все, пацаны, едем братишку забирать и мамочку. Сейчас еще заедем в магазин, купим шоколадку и едем. Надо акушерку отблагодарить. Так, все, мы подъехали на выписку. Сейчас будем звонить в домофон, чтобы, наверное, либо нас полностью сюда всех заведут, либо только отдадим вещи. Меня, в общем, завели в такую специальную комнату, где встречают. Вот так это выглядит. Диванчики. И сижу, собственно, жду, когда придут мои. А детей оставил с братом внизу. Они как раз подъехали. И я пошел. Пошли. А куда выходим? Вот они ожидают. Как жарко, привет! Здравствуйте! Ой, мои хорошие, как я рада вас видеть! Иди тут тоже! Не-н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 е
телефон, кажется, что он большой. Папа. Папа. Не-не-не, руками не надо пока. Папа тут, мой хороший. Папа тут. Папа тут. А у нас Миранчик зародился. Друг друга снимали. Три мушкетера. Теперь. Все схватки, да? У меня сейчас слезы потекут. Плакать хочется. Папа меня... Мама нас снимала, короче, вообще. Ребятки, все. Мы едем домой наслаждаться. Ну, а вы подкрепляете лайками и комментариями. Демирон, мама. Пока. Нету больше. Там. Как жарко на улице.